Проходите сюда, пожалуйста. Здесь есть тоже картина. Некоторые в просушке, некоторые просто хранятся для дальнейшего экспозирования. Просушка проходит долго, по несколько лет окончательная. Здесь такая, ну, достаточно светлая, проветриваемая комната. Это техническое помещение. Да, да, ну как это, ну тоже мастерская. То есть, ну здесь я не пишу. Хотя здесь тоже хороший вид. Там вот замечательный такой пруд. На нем сейчас ездят на коньках, на лыжах. Очень красиво в апреле, когда синяя вода, еще листвы нет. А вот свежий пейзаж зимний, да, прямо из окна. Здесь как такое хранилище, как вот показывают в Массандре, склад вина, оно лежит, там хранится десятилетиями. Здесь вот так же. У меня по годам, по размерам картины отобраны. Я их перебираю, смотрю, доделываю периодически. То есть процесс все время идет. Это вот свежая картина, не вот совсем не высохшая. Большая картина, больше метра высотой, 1.10 м. Вот свежая работа. Вот она. Даже вот красится. Ну и все аккуратно лежит рядами. Здесь запасы холстов. У меня обычно люблю холстов по 100, хорошего качества. И они здесь лежат, ждут всего час. И здесь вот, вот чистые холсты. Они упакованы в пленку специально. Вот мой любимый репинский грунт. Опять же, вот хорошие уголки. Из сосны сделаны подрамники, без сучков. Их совсем не коробит. Ну и ждут своего часа, когда-то и до них дойдет очередь. А большие, конечно, холсты я делаю на больших, хороших подрамниках. Потому что, конечно, был опыт производства на маленьких, но картины перекашиваются, что не есть хорошо. Картины никогда не бывают законченными. Они бывают только отложенными на непродолжительный период. Мне нравится, когда вот несколько лет, 3 года, 5 лет в мастерской побудет, когда я уже все понял, мне ясно. А так я пока сам вот не могу разобраться, что пишу, зачем пишу. Хотя многие люди уже понимают. Вот иногда открываются для меня какие-то вещи, которых я не видел. Многие вещи не нужно видеть, что ты делаешь. Значит, если ты будешь долго думать, что ты делаешь и как делаешь, то ничего не сделаешь. Сначала сделаем, а там посмотрим. Но даже сейчас, в ближайшие там неделю, она картина меняется, какие-то эффекты, так как она сделана экспрессивно, не просто раскрашенные куски, которые можно сделать так, чтобы они не менялись. То здесь из-за того, что разные слои краски, толстые, есть места, где больше растворителя, есть и лака, где меньше. Соответственно, и держится она на более тонких нюансах. Там не просто как схема какая-то определенная, по которой стандартно художник делает, а здесь все сделано без схемы. Вот. Надо все это обратно складывать. Достояние Родины. Вот. Мне вот очень нравится так вот перебирать. Я так не часто перебираю картины. Вот. Через год смотришь, через два уже другими глазами. Потому что меня спрашивают, а как лучше вешать картины? Вот мы так повесим, так. Я говорю, ну, у меня крайняя степень коллекционирования. Я их вешаю торцом. Я смотрю на их торцом. Я уже по торцу знаю, какая картина, как что. И достаешь, думаешь, угадал, да.